Всем привет. Вот зада грязная. Пришли только с работы. Очень хотим спать. Это наш убранный огород. Палисадник. И зада. Сейчас пойдем мыть ее. Ужасно грязная вообще. Первый раз, наверное, такое. Эй, ты чё палочки вьюришь? Блин, мама тебя наругает. Мама поставила палочки, чтобы знать, я у нее какие цветы. И она, блин, выдернула. На улице вообще ужасная погода. Такая прям. Все очень старое такое здесь. Вон это, вредина играется. Уже становится холодно, пойду домой. Азаду помыл. Вот, чистенькая. Сейчас попробуем дать ей виноград. Вот, видите, наши зубы начали расти уже, кстати. Аккуратно, девочка. Уже одну давала, она сок выпивает с ягодки, а мякоть не кушает, а не эту вот скушала. Надо ногти ей подстричь немножечко. Ты скушала, что ли? Моя девочка. Поела она. Азада у нас очень любит борщ. Вот. Даем натуралку, мясо, овощи и борщ. Она, это прям ее любимая еда. Как только мама сварит, она прям готова есть и есть. Немножко разбавил ионы. Сегодня давали вырезку от говядины. Так. Поели, помыли, время поиграть. Как всегда со своей игрушкой. Назад. Твой мотоцикл, да? Давай игрушку. Мы снова здесь, у нас в парке, впервые за долгое время вышли. Так скажем, все откуда и началось, да? Просто посмотрите, как она у меня выросла. Я даже сам не мог заметить, а видео начал смотреть. Сидеть, девочка. Сидеть, малышка. И увидел, насколько она вымахала. Просто умница. Посмотрите сейчас, как она работает. Уже прям с активностью, уже сама желанием. Азада, давай, иди, барьер. Барьер, девочка, барьер. Барьер, Азада, барьер. Молодец. Давай вниз. Вперед. А ты моя любовь, ты моя любовь. Давай еще раз, иди. Иди сюда, на. Давай, иди, барьер. Барьер, девочка, барьер. Барьер, Азада, барьер. Молодец, иди ко мне, иди. Иди сюда, девочка. Ты моя умница. Моя ты любовь. Сидеть. Вот так. Учимся не зря. Немного времени, конечно, хватает на учебу, но, как вы видите, учимся вообще не зря. Она все сейчас делает уже желанием, делает. Прыгает, летает, так скажем. Лапы ее мощные, грудина ее мощная. Честно говоря, то, какой я ее хотел видеть, она у меня то так, такой же и стала. Вот, в принципе, да, типаж немецкой овчарки, какой я представлял для себя, когда ее брал, ну, то, что шоу-класс и так далее, да,
то и, ну, и нашел, можно сказать. Безумно рад вообще, смотрите, какой лоб, нос, морда, клыки вот начали расти. А ты моя любовь, иди, иди бегай, иди гуляй, давай, иди гулять. Очень хочет гулять, потому что не пускали давно ее на улицу. Ну, вот так вот именно, то снег был, то грязь была. На работе были, ужасно тоже грязная была, там мало бегала. А здесь прям для нее раздолье. Сейчас немножко с ней поиграем и пойдем снова в лесок. Иди ко мне. О, ребят, здесь не пройдешь вообще. На, зада. Давай, барьер. Барьер, девочка, барьер. На, давай, давай, барьер. Нет, 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 нет. Иди сюда, на. Сейчас попробую, чтобы она прыгнула у меня. Ни разу этого не делала. На, зада, давай, барьер. Барьер. О, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец моя. Иди ко мне, ко мне, ко мне, барьер. Барьер зада. Иди сюда, девочка. Иди. Иди, иди, мы. Вот. Вообще бревно. О, зада. Скакунем. Иди ко мне. Ко мне, иди. Давай, иди, иди. Иди ко мне. О, я сам даже не залезу никак. Нельзя, зада, нельзя. Давай, барьер. Нет, нет, девочка, нет. Давай, барьер. Ага. Барьер. Вперед. Как всегда, это Россия, матушка. Это Азада. Иди сюда, девочка, эй. Все, присядь здесь, давай я тебя тоже видео здесь сделаю, чтобы ты красивая была. Иди сюда, на. Азада. Иди, моя хорошая, на. Сядь здесь, все. Стой, сидеть. Сидеть. Азада. Азада. Осень наступила. Все такое уже серое, не серое стало. Темно-зеленое, желтое. Куда она ушла? Азада! Давай сюда иди. Иди сюда, иди, давай, ну. Моя хорошая. Просто посмотрите, как она выросла. Это вообще Кинг-Конг стало. Сейчас товарищ с работы привезет нам хаски. Если я не ошибаюсь, это западносибирская хаски. Есть лайки, а у нас есть еще хаски. Я особо в них не разбираюсь, но увидите, белый такой прям красавец вообще. И картинка станет ярче. Поснимаем. А Азада с ним познакомиться, надеюсь, они ругаться не будут. Посмотрите, сорока прилетела. А когда я его сниму? Хорош.
Блин, пасть хорошая у него. Азад, иди ко мне. Иди сюда, девочка. Иди сюда, ну. Вот это все время затягивай. Если распускается, затягивай, чтобы он не свалил. Азад, иди сюда. Иди сюда, ну. Побаивается, видишь, то, что я это кинулся на нее. Или бы в туалет хочет. В туалет, скорее всего. Да, мечется. Ну, видишь. Эй. Пуховик. Не, она же у меня это, цивильная. Целая дама, блин. Просто сниму. Че там, Азада? Друг тебе новый. Лапки такие маленькие. Ресницы белые, да? Что за это? Борзый, да он? Азада что-то не то съела. Наверное, мясо нажралось. Дай лап, дай лап, дай лап, Арч, Арч. Не хочет. Арч. Ты моя девочка. Покусал, да, он тебя? Арч. Дай лап. Молодец. Да, дает. Все, видишь, он привык уже. Дай лап. Дай лап. Ему сейчас не до этого. А сзади он рядом. Играть хочет. Ты метеор, блин, все снесет. Что-то почуял. Зверина. Попить не хочешь? Красавчик. Арч, Арч, водичка. Будешь? Будешь пить? Пить. Да, слабохи надо было, вот. Ну смотри, нет пищевой агрессии, да? Обычно вот за такой, за воду, за все, они кидаются же. Молодец, Арч. Из тебя еще можно сделать хорошего пса. И все потеряно, да, Зада? Да. А сзади пофигу, лишь бы с кем-нибудь поиграть, а ты че? Будешь пить? Пить будешь? Угорел, да, угорел, набегался. Чё, писит, что? Угу. Ей лишь бы побегать. Жених, блин. Она уже в росте, как он.
еще месяце она будет больше, чем он. Хвост аж трубой у него. Смотри, какая игрушка.
боится, наверное, то, что рычит. Знаю.